попробуем сделать самую простую анимацию, которая пришла в голову с помощью рисунка в Google. Заходим в Google Drive, рисунок. И сделаем вставку изображения. Поскольку у меня заготовок нет, то мы здесь введем поиск такой. Рисунок, хотим много денег. Ну давайте таких денег ставим. Ну пусть так. Ctrl D. Это мы эти деньги размножим, чтобы было много. И перемешаем, чтобы не было видно, что мы их упорядоченно вставляли, чтобы они лежали вот так, россыпью. Некоторые даже у нас будут повернуты. И теперь снимем такой мультик. Как у нас исчезают деньги. Сначала они будут упорядочиться, в стопочку опять складываться, а потом начнут исчезать. Раз, два, три, начали. Все.